Всем доброе утро! Всем доброе утро! Мы тут с утра пораньше вышли. Вау! Ой, какая красота! Тут птички поют. Все распустилось. Мы надо будет сегодня... Цветок. Надо будет сегодня нарвать. Сейчас он завянет. Домой пойдем сорвем, хорошо? Нас тут так похолодало. Кошмар. Плюс 14. Небольшой дождик. Ветер жуткий просто. Кошмар. Ой, сколько сирени. Не знаю почему, но я обожаю сирень. Вижу, вижу, да. Там все в сирене. Ой, красотень. Птички поют. Очень красиво. А знаете, куда мы идем? Мы идем сдавать ключи. Ну, во-первых, надо сначала убрать квартиру, потому что когда переезжали, все ходили в обуви. Даяна там все разлила. Крошки, когда еду собирали. Короче, надо прибраться. И все. И отдаем ключики. Ой, лень, правда. Что? Я хочу кушать. Кушать хочешь? Да. Мы только вышли. Мороженое. А, ну, когда будем в квартиру ту заходить, я тебе куплю мороженое, хорошо? На улице сейчас нет, потому что дождик капает. Я не покупаю мороженое детям, когда капает дождь. Ой, все зеленое, все зеленое. Мне кажется, в этом районе зелени больше, чем в том, в котором мы жили. Или, может быть, мне так кажется просто. Так что вот так вот. Идем, идем. Забрали последние вещи. Целая коробка получилась. Кошмар. И палка для щетки у меня была своя, а я вчера купила. Вот сидим, стоим, ждем троллейбус. Ну что, все, вернулись мы обратно домой. Теперь у нас один дом. Ключи вернули. У Миланы тут так вкусно пахнет сиренькой. Правда, она немножечко уже подвяла. Хотя только вчера поставила. Ароматы просто на всю комнату. Вкусняшка, обожаю сирень. Она тут уже немножко прибралась. Что это? Вы тоже видите, да, это... Как и я. Я вчера только вбила эту фанерку. А она, видно, учебники ставила. И вышла. Блин, придется опять вбивать. Но это, наверное, стой, можно добить. Ух ты! Мамочка, принеси, пожалуйста, мебель. Мебель? Да. Сейчас бы найти, где эта мебель. Вот это у тебя армия куколок Лол. Да. Девчата, просыпаетесь. Девочки, а не девчата. Девочки. Тебе так удобно играть, когда домики стоят? Да. Как по мне? Вот так неудобно, ой, смотри. И? Подожди. А так тебе не будет удобно? Вот так, нет, смотри. А тут машина может ездить. Нет. Не? Ну ладно. Это смотри. Вот квадратик. Ну смотри сама. Пускай будет так. Нет. Мебель. Где найти кто мебель? Вот в какой коробке, кстати, из всех коробок этих? Это мебель. Я, кстати, вчера немножечко прибралась тут. Освободила, получается, где-то около 3 коробок. Ну, короче, с каждым днем все лучше и лучше. Но еще очень много разбирать. Очень много. Милана тоже вчера развесила тут белье. А я сейчас, знаете, чем буду заниматься? Вот этим. Вот. Это Даянина одежда вся. Сейчас разберу. И буду складывать в шкаф. Точнее, соберу красиво и сложу в шкаф. А это, кстати, я вчера полочку, когда вам поснимала, думаю, ага, надо мне компьютер. Взяла, поставила полочку пока так. А знаете, что мы планируем сделать с мамой? Мы хотим взять такие деревянные бруски, ну, типа сучья такие, просто деревянные палки, и сделать вместо ножек. Думаю, будет очень красиво. Вот мне прям очень кажется, что будет смотреться. Потому что покупать ножки не вариант. В любом случае, год-два, и опять переезд, и опять не буду этим пользоваться. Боже, у меня даже там одежда наверху. Ой, так что вот так вот сейчас открою. Это очень жарко. Но пока переезжали, вся наша груша выцвела. Надо этот мячик убрать. Бесит он меня. Не знаю, почему он просто лежит и бесит меня. Надо выкидывать. Где птички? Ой, ну все равно вид с окна красивый. Зелень, зелень. Красота. Тут мои цветочки напитываются, дышат.
пока, потому что места нету. А пока тепло, пускай стоят. Ну, как тепло, прохладненько. Начнется, когда жара, придется их убрать, потому что очень тяжело им было в жару. Солнце пекло, и они так уже сразу опускались. И тут хочу что-то придумать, потому что у меня было в планах так с утра, знаете, выйти иногда с кофеечком на балкон. А тут даже ногу поставить негде. Но это потом все соберем, приберем. Думаю, великой как-то так планирую ставить. Хотя бы большой, потому что мелочь это так сильно не мешает. Так что мебель. Сейчас будем искать среди всего этого мебель. Где-то должна быть. Не надо, зайка, сейчас все будет падать. Ха. Ха. Ой, держи. Спасибо. На. Еще сейчас один? Еще одну веточку, да. Мам, это для кого? Ой. Мам, будет у нас это тоже. Это для кого? На кухне будет стоять красивый это букетик. У меня! Ты хочешь себе в комнату тоже? Да. Сейчас. Опять в лужу наступила. Сейчас моей комнату тоже оторвем. Смотри, ой, это тебе в комнату. Подожди, стой. Подожди, ай, все падает. Так, ну что, ставим вазочку красиво, чтобы у нас на кухне была такая красотень. Радовала своей красотой и запахом. Ой, уже скорее хочу тут декор поставить какой-то, ну такой минимальный совсем. Но пока не найду коробки, где он. И эти баночки хочу куда-то убрать тоже. Наешка тут садится ужинать, уже хотела сказать, уже обедать. Розовый. Уже розовый, да. Ну, он ставит мясо, вот смотри. Давай. Все. Сметана вместе с розовым. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. А у меня будут сегодня семечки на ужин. Я особо как-то есть так не хочу. Вот семечки будут отлично. И буду сидеть в ТикТоке в прямом эфире. Придумала нам временную вешалку, потому что вешалки у нас, как оказалось, здесь нету. Обычно делают вешалки, там у нас полки, тоже не шкаф, с вешалками. Поэтому временно обходимся пока что гвоздиками. И посмотрите, что я придумала. Классная штука, да, вешалка? Сумочки там, легкие кофточки можно повесить. Пока будем временно жить там. Там, кстати, мои боксы стоят, потому что их тоже поставить некуда. В той этой квартире у меня была кладовка, а здесь нет. Вот так пока живем. Я тут немножко расхламилась еще в коридоре. Стало более просторно. Это мусор, там тоже мусор. Так что по нему... Ой! Так, подставка стоит. Боже, это все потом уберем, потому что Даяна не может до розетки достать. Слишком еще маловато. Так что скоро будет красивая квартирка. Я вот думаю, что с этим углом сделать. Видите, тут слишком сильно обкоцано. Не знаю, может быть, убрать кусок. Короче, будем думать, будем думать. А сейчас я пошла понемножку ложиться спать. Тут тоже расхламилась немножечко. К сожалению, мне пока что, кроме уборки и расхламления, в принципе, вам нечего показать. Снимаю из последних сил. Не знаю, вообще интересно вам это смотреть или нет, но нет времени вообще ни на что. Так что пока в влоге будет разборка, перестановка, что-то там подправили, подклеили. Перекрасили, потому что комнату я свою точно буду перекрашивать. Одну стенку или всю комнату еще не знаю, но одну стенку 100% перекрашу. Так что вот так вот. Я устала ужасно, спина болит просто. Когда я сижу еще более-менее, как только начинаю вставать, такое чувство, знаете, как будто бы мне вкалывают гвоздь в спину. Боль настолько резкая, когда ходишь тоже. Короче, ужас, ужас.
когда же я уже лягу, просто полежу с утра, приготовлю завтрак, днем полежу, погуляю просто. Через пару дней. А, все идет так медленно, потому что нету шкафа и нету девчонок, куда сложить. Например, у Миланы нету полки, где хранить учебники. В прошлой квартире полка была, но я решила ее с собой не брать. Она такая старенькая уже была, хочется что-то такое другое. И у Даяны также пока что еще нету никакого шкафа, полки, куда складывать игрушки. Поэтому все это так очень медленно. Просто вчера мне написали, или сегодня утром, я уже запуталась. Ой, а что у вас там убирать? Я бы за весь день одна бы это все убрала. Ну, молодцы, я вас поздравляю. Я так не могу. Нет. Себя так мучить, насиловать, нет. Так, ладно, все. Блин, освещение плохое, не знаю. Такое чувство, что синяки под глазами, но нет. Это, наверное, может даже тушь. Ладно, все. Буду я ложиться спать. Поэтому встретимся с вами завтра. Всем пока. Пока-пока.